что? Я хакерша Дженна. И что тебе нужно? Я хочу взломать твою учетную запись в Роблоксе. Ну и зачем тебе это? Скоро узнаешь. Вот смотрите, я уже вот здесь. Привет, ребята, наконец-то к вам приехали. Ну говорят, что мы зашли внутрь. У нас есть только 2 часа до начала шоу. Да, ну давай, пошли. Подождите, а кто это? Дженна идет. Что это за такой титулька? Такой он странный. Ну ладно, пойду-ка я все-таки домой. Так, ого, посмотрите, какой красивый дом. Ого, и я на картинке почему-то стою. Это так странно. Посмотрите, я и вот картина. Это так странно. Ладно, пойду-ка я посмотрю, что он вообще есть в доме. Вот такая красивая кухня. Да, вообще здесь очень все красиво, еще есть и 2-й этаж, тоже красивый. Да, вообще. А вот здесь, о, такая большая кровать, это вообще 3-местная, что ли? А это на что 2-местную не похоже. Так, еще картины такие красивые. Жалко, что они все со мной. Ваш дом такой огромный! Ага, спасибо. Давайте поиграем в прятки. Ну, давайте. Я заключу с вами сделку за деньги. Как-то за деньги? Он говорит, ну, что я спрячусь, и тот, кто найдет меня менее чем за 30 секунд, получит 50 баксов. Слушайте, а нормально это сделка, я вам так скажу. Попался он в ванной, что уже нашли? Уже его нашли? Так быстро? И мы нашли вас всего за 1 секунду, серьезно. Так, где он? Насчет 50 долларов у меня нет. Чувак, давай... Ну, вообще, у того чувака нету денег. И он просто сейчас... Он купит нам картошки фри, и мы сможем поплавать в бассейне. Ну, блин, а я хотела 50 баксов получить. Смотрите, мы здесь все сидим. А, хорош картошка фри. И бассейн. Жизнь хороша. Кто такая Дженна? Я слышала, что это хакерша. Я думаю, что это правда. Позволь мне объяснить. Ну давай. Дженна уже взломала Roblox и хочет захватить его. Она блокирует все аккаунты, но... Что это такое? Что с ним случилось? Что это было? Вы все видели? Боже мой! Говори, девочка, я понятия не имею, давайте быстро внутрь. Ну ладно, хорошо, я уже внутри, давайте я вообще не знаю, давайте включим новости и посмотрим, что будет показывать по новостям. Что случилось с цепью? Я не знаю. Я заметил, что его ударил бан Хаммер. И это только есть у администраторов Роблоксов. Это значит, что он был запрещен Дженной, то есть захвачен, не знаю. О, что это по новостям показывает? Дженна? А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Хакер! Приехал в наш город? Не может быть! То есть в нашем городе сейчас находится Дженна? Ой-ой... Только не это! Представляете, в нашем городе уже Дженна! Вот ни с того, ни с сего! Начали они говорить и все! Я не хочу, чтобы меня завалили! Я потеряю все! Тогда у нас нет выбора! Поехали! Так, ну знаете, мне вообще как-то про тему с Дженной, она не очень понятная мне такая. Ладно, машина проехала. На самом деле, это мы выдумали, что это Дженна, но это на самом деле я, поэтому все успокоимся. Этот молоток мне не очень нравится. Так, а вот мы приезжаем. Там в новостях было написано, что мы должны были приехать в безопасное место от Дженны. Добро пожаловать, роблоксианцы! Здравствуйте! Сэр, спасибо, что разрешили остаться у вас. Не за что, проходите внутрь, позволь мне показать...
вам все. Он не очень большой, но безопасный. Но я с этим согласна, что безопасный. Так, здесь есть, кстати, не только... Вот там есть кровати, ванная и кладовая. Это место отдыха. Ну да, я уже отдохнула. Мы будем планировать, как победить Дженну. Ну, сначала познакомимся с моим другом. Каким еще другом? А вдруг это вообще Дженна? Не знаю. А это что? Он наполовину жираф. В смысле наполовину жираф, наполовину человек? Это вообще кто? В любом случае, иди выбери свою кровать. Я, конечно же, буду рядом с жирафом. Вы что? Мне этот жираф не нравится. А вдруг он что там, чем-то замешан? Чего не могу лечь? А, вот моя кровать. Я же уже выбрала себе кровать. Поэтому я не могу на нее лечь. Знаете, но с Дженной вот эта вся ситуация... Не знаю, она мне как-то... Вот, ну... Не знаю, то, что Дженна в нашем городе и хочет заблокировать мою учетную запись, мне это вообще... Не, ну, как бы, я не считаю это нормальным. Я не жираф, говорит жираф. Извините, но у нас... Это... А, вот этот жираф, он бросит еды. Ну, блин, я ж тоже хочу есть. Мне нужно больше, иначе я не выживу. Уф. Пожалуйста, я голоден. Ребята, вы никогда могли мне выдать свою еду? Голосование, отдать еду жирафу? Ну, давайте ему все-таки отдадим еду. Я недавно ела. Я лучше отдам жирафу, который уже давно не ел. Я все-таки хорошая девочка, и вот видите, у меня сколько жизней, а вдруг у него там наоборот меньше. Кстати, как твое настоящее имя, жираф? Меня зовут Шарп Найн. Шарпин? Что? Подожди, ты разве не админ? Да, но это было давно. В смысле это было давно? Ребята, армия Дженны прибывает сюда! Быстро следуй за мной! О нет, Дженна уже приходит сюда! Только не это! Нам нужно срочно спускаться вот сюда! Вы вообще видели, как этот жираф просто охотит? Ладно. Так, нам говорят, что... Это что? Это такое укрытие у нас? Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас есть все и так далее. Что же нам теперь делать? Нас собираются запилять. Ну, кстати, в этих ящиках у нас было несколько старых бит. Бит? Вы серьезно? Да у вас здесь, походу, все сразу найдется. Так, давайте открываем вот это и берем биту. Все, а почему у меня летучая мышь? Это не летучая мышь. Здесь Роблокс говорит, что это летучая мышь. Хорошо, мы готовы, я думаю. Если мы не будем сопротивляться, нас забанят. В смысле? Знаешь, будем сидеть здесь, и нас не забанят. Ну, с чего не с чего? Нас просто хотели забанить. Кто же это? Это что, хакеры? Ну нет, нам нужно их точно победить. Это же хакеры. Блин, и это плохо, что здесь хакеры находятся-то. Нам нужно их срочно побеждать. Видимо, армия Дженны уже здесь. Уф, это было сильно. Да, я тебе скажу, это было сильно. Это были хакеры, и это только начало. Серьезно, это только начало? Подожди, а где Томми? Где Томми? Томми, ты где? Спускайся вниз и найди его. Спускаться вниз и найти его. А если там еще Дженна какая-нибудь будет? О нет, кто же это? Что же, это что, хакер или Дженна? Подождите, это, по-моему, хакер. Это Соркус, главный ад. Что? Там внизу все в порядке? Нет, это за Дженну. Что? Ну мы же ничего не плохого не сказали про Дженну. Боже мой, нам нужно срочно спастись. Боже, он кидает какие-то разные штуки непонятные. Что он вообще делает? Соргус, перестань этого делать. Пожалуйста. Нам нужно дождаться, пока он устанет. И тогда мы сможем его победить. Тогда мы сможем начать его, ну знаете, бить и так далее. Сейчас это просто не бессмысленно, потому что тогда он нас просто убьет. Так, давайте осторожно. Вот так он крутится. И все, он устал. Бьем. Давайте быстрее. Давайте бьем. Давайте, может быть, мы за один раз сможем это сделать. И так, и нет, нам немножко осталось. Но мы что сделаем. Подождите, пока Соргус устанет. Окей, я подожду, но только вот. О, боже, он идет за мной. Не
Нет, за мной не надо, Так, все, давайте идем. Осторожно. Вот этот циркус мне не нравится, когда он, знаете, вот так крутится. Это, видимо, помощник Дженны. Я так думаю. Ну все, сейчас вы все получите. О, как я устал. Да, ты устал, сейчас мы его победим. Да, мы его победили. Вы видели просто, как мы его победили? Да, мы вообще просто прошки. Смотрите. Но нет. Циркус был лучшим админом. Как считает Дженна? Это... Я думал, что это будет сложнее, но оказалось не так. Что происходит? Где Томми? Шарпин, да ты все просто пропустил. Томми, Дженна ее заблокировала. Нет, мы должны найти Томми. Я был администратор Робинсон. Дай мне инструмент, который может отследить любого игрока. А, то есть сейчас вот этот шарпнин может отследить даже строителя. Он должен знать, где вот Томми. Отличная идея, позволь мне использовать мой инструмент администратора. Так, давайте посмотрим, где же строитель, потому что это лучший, видимо, друг и Томми. Расположена крыша штаба. Ну все. То есть мы уже знаем, где вот этот строитель и, ну, на крыше штаба. Или как там, на крыше штаба. То есть на крыше какого-то высокого здания. Видимо, на самом главном. Сейчас мы поедем на то место и разузнаем, где тот строитель. А это вот здесь. О нет, посмотрите, что они сделали со зданием. И вправду, посмотрите. Блин, мне кажется, то, что со строителем, ну не так, думаю, все и что, и хорошо. Если он еще и на крыше вот этого всего. Не знаю, нам нужно быстро добраться до крыши. Посмотрите, здесь еще... Ого! Нам только что сказал Шарпнин, то, что его зовут Таки Том. Дженна забракила его, когда он был разработчиком взломана 2 дня назад. Ого! Его взломан 1 час. Его заблокирует солнечная кривая. Странно. Он был одним из моих лучших друзей. Я скучаю по нему. И еще вот здесь есть Хайзу, которую взломали 5 часов назад. Она была, она управляла центром усыновления, но пыталась бросить детей. В смысле? Серьезно? Это так странно? В общем, не попасться, они сильны. Ну да, нам нужно как-то это все быстро, чтобы они нас вообще не поймали. Ой, давайте быстрее. Не-н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 е
Все, поднимаемся? И... Отлично! Мы с вами поднялись! И я, походу, осталась одна! Я так думаю, потому что, видите, никого нету! И... Да, я осталась одна! Ну и ладно! Значит, мне придется самой как-то выживать! О нет! Что это такое? Падает значок Роблокса! Ой! Оставьте их, мы должны найти строителя! Пойдем к лифту! В смысле пойдем к лифту, если он 100% не работает? Хотя нет, смотрите, работает. Мы здесь! Шарпнин, мы уже здесь! Здание испорчено! Где он мог быть? Я знаю! Его кабинет наверху! Так что иди и поищи его! Я одна? Если вы видите кого-то еще, то избегайте их, мы не хотим никаких проблем. Ну да, естественно. Нам сейчас нужно найти его верхний офис. Так, ну, естественно, наверное, наверху. Да, поэтому давайте просто поднимаемся наверх и посмотрим, что здесь есть. Здесь просто очень много коробок. Поэтому, о, я даже куда-то попала. Какое-то странное место. Так, здесь, думаю, ничего не будет, потому что, видите, здесь все так темно. Нам нужно смотреть более светлые места, потому что около двери обычно там, ну, не знаю. Просто логика. Вот там крыша. Там крыша, хорошо. Значит, офис где-то там. Да, вот здесь строитель. Давайте посмотрим, что здесь. Оу. Здесь что-то явно произошло. О, нет. Его комната разрушена. Ну, я бы не сказала, чтобы так разрушено. Просто может быть то, что это... Ну, давай проверим крышу, наверное. Давай попробуем. Да, я знаю, следуй за мной. Да
тоже знаю, где вот эта крыша. Пойдем вот сюда. Оно вот здесь, по-моему. Вот, да, вот крыша. Все, поднимаемся, давай. Идем. Да, этот жираф, конечно, так смешно ходит. Вот Шарпнин. Куда ты нас привел? Оу, строитель, что с тобой? Что случилось с ним? Говорит Шарпнин, я понятия не имею. Ну, естественно, ты должен понимать, что с ним такое. Давай, Шарпнин, давай, помогай строителю. Что такое? Что это было такое? Нет, жираф! Боже мой, вот сейчас я реально осталась одна. Зачем ты прошел проверить строителя? Дженна. Ха-ха-ха-ха, вот я и здесь. Если пойдешь к нему, ты умрешь. Ты взломала Роблоксию? Конечно, разве ты не видишь? Теперь, когда захватил строителя, я наконец-то могу править всей Роблоксией. Но вы храбрые люди. Я поняла. Да, я тоже. Я знаю, что я храбрая. Ваше время истекло, вы должны остановить это все. Сделай меня. Как это сделать тебя? О боже, что это такое падает? Что-то такое зеленое непонятное. О нет. А если на меня попадет эта зелененькая штучка? Только не это. Блин, у меня просто сейчас уже не осталось. Почти хэпэшек! Только посмотрите на мою хэпэ! Блин, она просто в меня кидает молотки! Нет, такого не просто не может быть! Ой, а это сейчас еще такое непонятное, какая-то штучка зеленая! Вообще ничего непонятное! Так, все, она устала! Атакуй Дженну! Пока он устал! Давайте быстрее! Так, и... Давайте! Может быть, мы успеем? Давайте! Нет, меня откинуло! Боже мой, вы видели, просто меня как откинуло! Ладно, давайте просто прыгаем. Подожди, пока Дженна устанет, хорошо. Буду ждать. Наверное, вот мне главное не успеть, как бы это, умереть, потому что вот эти молотки, мне нужно их опасаться. Осторожно, потому что они очень много просто откидывают. Вы видели, просто у меня половина откинула. Давайте. Вот так, осторожно. Вот видишь, как я выигрываю. Ага, ну сейчас мы еще посмотрим, как ты выиграешь. Ага, давай, вот здесь я просто вот так прыгаю осторожно, и все. Сейчас вот ты устанешь, вот смотри. Ох, как я устала. Да, смотри, оп, 3, 2, 1, все. О, нет. Вот так тебе, Дженна, оп, вот так тебе. Видела вообще, что я с тобой сделала? Вау, я победила Дженну. Я сделала это, а строитель? Что с строителем-то? Не за что. А что случилось? Я... Что помню, это как Дженна вошла в мой офис. Она взяла тебя под свой контроль и начала блокировать все аккаунты, чтобы управлять Роблоксией. Но я только что победила Дженну. Мы по пути потеряли много друзей. Я потеряла очень много друзей, как вы заметили. Если что-нибудь вы можете сделать, то вы можете разбанить всех, вообще всех. У меня может быть что-то и сработает. Мы можем сделать кнопку Reset, она возвращает время ровно на неделю назад. Так это же отличная идея! Давай, нажимай быстрей! Окей, поехали! 3, 2, 1, нажимай! Вау, я летаю! 7 дней до. А потом строитель нам дал 1 000 000 робоксов и так далее. Хорошая история, жаль, что это фейк. В смысле, это фейк? Не хочешь, не верь. Я вот тебе говорю, я победила Дженну. А как ты думаешь, почему у нас есть Доминус? Я знаю, что ты выиграл в эту игру. В следующий раз попробуй солгать получше. Ладно, не верь мне. Боже, вы представляете, мы победили самую крутую хакершу. Это именно Дженна. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходи, смотри следующее мое видео. Увидимся там.